Участники праймерис, а их в этот раз было 8, говорили о самых актуальных проблемах. Привлечение инвестиций в регион, решение вопросов с местами в детских садах, физического воспитания детей, повышение зарплат бюджетников. Также говорили о возрождении качественного среднеспециального образования. Жители Трубчевска, некоторые с восторгом, некоторые с изумлением, внимали программе Александра Богданова. По его мнению, необходимо в корне изменить административно-территориальное устройство Брянщины, разделить регион на 4 крупных района, построить новое здание правительства и объединить должности губернатора и главы областного центра. Предложить депутатам органам местного самоуправления после проведения вышеуказанных реформ самораспуститься и назначить дату проведения внеочередных выборов на 13 сентября этого года одновременно с губернаторскими. Тем самым дать новому губернатору карт-бланш, то есть с чистого листа начнет он. Будет народная власть. А вот Александр Богомаз настроен не так радикально, но все же решительно. Глава региона считает, что основополагающим сейчас должны быть борьба с коррупцией и пересмотр взаимоотношений между народом и властью. Сегодня мы должны переформатировать наших чиновников вот с этими понятиями. То есть сегодня наше население, которое живет на территории Брянской области, оно должно верить во власти, защитника его интересов и того человека, который может решить проблемы конкретной территории, конкретно там населенного пункта, поселения, района, области. Из 12 площадок праймерис это в Трубчевске 9-я. С программами кандидатов воочию познакомились уже более 6 тысяч человек. В региональном отделении партии «Единая Россия» внимательно следят за чаяниями жителей региона, чтобы сделать соответствующие выводы и включить пожелания большинства в программу кандидата «Единоросса» на губернаторских выборах. Политическая уже борьба среди кандидатов, она ощущается, это и понятно, потому что каждый хочет быть лидером в этом направлении, но при этом было отмечено и сказано о том, что итог всех выборов это будет 19 числа, где конкретно будут подведены итоги наших жителей, которые дадут за голоса за того или иного кандидата. До определения кандидатов на выборы на пост губернатора Брянской области осталось совсем немного времени. Праймерис состоится в ближайшее воскресенье, 19 апреля. Принять в нем участие сможет любой, независимо от политических убеждений и партийной принадлежности. Артемий Маркелов, Максим Кузнецов, события Трубчевск.